Всем здорово, ребята! С вами, как всегда, Кофи и... На секундочку просто, вот сейчас вот слушайте внимательно. Фрэш, Хайпер, Эксайл, Клэнс, Алекс Фокс. Все вроде бы, да? Все, короче, все, кроме Кирюхи, да, все, кроме Кирюхи. Итак. Здорово, братишки! Чего, бро? Привет. Чего, бро? Я забыл мой свой привет. В общем, ребят, да, сегодня мы будем открывать кейсы, да, нас сегодня очень много, и поэтому у нас сегодня будет жесткая серия. Мы сегодня постараемся скрафтить АК-47 Императрица, прям с завода Star Trek, который сейчас стоит на торговой площадке 50 тысяч рублей, да. Вот, ну а сначала мы, как всегда, по старой доброй традиции откроем кейсы, и надеюсь, как и Хайперу, мне сегодня повезет и выпадет ножик, потому что этому засранцу сегодня выпал нож, вот, и все. Он его купил просто. Да, ну да. Там просто очень странная ситуация, как бы получилась. Ну и где здесь тупой ты? Сейчас отмазка будет. Борт сказал предпоследний, я сказал первый. Эй. Я вообще-то говорил, открывай кейсы, брат, да и все нормально будет. Ключи кончились, лох. Мажор. Это знаешь, это что? Это по фасту. Чего? На ножик в КСке выпал! Лоу. Лоу! Как так? А, что? Где? Подожди, где? Лол. Чё? У тебя ни у одного сейчас такая странная ситуация. О, блин! Подожди, не понял. Подожди. Я надеюсь, что мне примерно повезет так же, как и Хайперу, потому что, ребят, кто не знает, Хайпер сегодня выпал нож. Да, Хайпер выпал нож. Он купил его. Тихо. Олег, Хайперу не особо повезло, он без майки в скайпе сидит. А, понятно. Да, он его купил. Он майку продал и купил нож, понятно. Слушай, ну что за майка такая должна быть, чтобы... Майка за 200 рублей на сторонке, даже может меньше. Понятно. Это майка Supreme and... Off-White and Easy Cat. Нормально. Нормально такой, как бы, коллаб, которого еще, в принципе, не было, но Фрэш, он договорился. Почему есть? У меня есть. Ну, такой коллаб. А, у тебя есть? Да, блин, ну сейчас, знаешь, у меня кофта со змеей на всю спину есть. Сейчас наверняка все завидуют, как бы, потому что... Такого нет ни у кого, кроме Фрэша, да. Чего? Ты знаешь, у меня кофта от Гуччи со змеей на всю спину есть, и у Ильи. Серьезно? Их всего лишь две в мире. Блин, парни, вы такие классные, парень. Это чистый оригинал. Блин, пацаны, вы такие классные. Это не паленка. Вот бы прикольно было бы, если бы мне что-то из КС-ки, конечно, выпало бы, да. Но я чувствую, ребята, то, что уже вторую серию подряд. Да не выпадет, забей. Ну да, я вижу. Что-то, вот просто, понимаете, вот, пацаны, в прошлой серии, да, мне выпала только одна синева. И, по-моему, там одна, типа, фиолетовая пушка. Ничего себе. Да, больше вообще ничего не было, как бы, вот. Ну, а... Так, вихрь джунглей, понятно. Смотри на Клэнса. Пацан, в смысле? Типа, в скайпе? Ничего себе, чё... Так, подожди, я сейчас посмотрю, подожди. Ясно, океанские мотивы, понятно. Паша всегда показывает. Паша всегда на себя сидр пролил. Да, Паша всегда проливает на себя сидр. Это лайки, ставьте лайки. Люблю опен кейсы. Паша голенький. Не, все, я теперь точно открывать скайп не буду, ребята. Я тоже пацаны. Спасибо, что я не открыл. Я тоже пацаны. Да, конечно. 18+. Если я открою, фреш там вебки не будет, как бы, вот. Ну, зато сейчас фреш. Ну ладно, я выключу, теперь не будет. Да, конечно. О, револьвер R8, лама, пушка, парни. Ну это еще, конечно, не самое худшее. Сейчас будет контракт. Так что давайте сейчас соберемся, посмотрим. Я очень просто хочу выбить эту пушку. Я очень сильно хочу выбить статрек императрицы прямо с завода. И даже не из-за того, что она стоит так дорого, а то, что это очень крутой скин, и он мне очень нравится. Но шансы у нас, к сожалению, малые. Да, да. Нам он просто хочет выбить, либо да. Императрица, либо P250. Понятно. Паша, все, Паша, я это оставлять не буду. Паша, я это оставлять не буду. Итак, и говно. Ну а сегодня, друзья, мы будем открывать кейсы на сайте ksgo.net. У нас на балансе 5244 рубля 90 копеек. И да. Два тим спирита. Давай, окей, хорошо, так, два. Три тим спирита. А тут нет, тут x2. Окей, хорошо, давай тогда открываем. Лол. Итак, смотрим. Подожди, раньше же были. Некачественно что-то. Раньше же были. Да, раньше было. Попробуй страницу перезагрузить. Стой, подожди, мне кажется, да, что-то не так, и нам... Нет! Это был почти хутрот, подождите, а где? Я не пойму, подожди, ну были... Вау, чё-то я не знаю, куда они пропали. Обновили, походу. Было уже раньше, типа, x1, x2, x5, ну, видимо, из этого сайта лагает. Ну, возможно, из этого сайта будет лагает. Ой, давай, да! Изи, я же говорю. Хутрот, так, сколько он стоит? 3500 рублей! Вообще красиво, сейчас реально по красоте все было сделано. Так, хорошо, Фрэш. Не благодарите. Фрэш эксперт, поэтому я спрашиваю только у него. Макс, что открываем? Ах, ты козёл. Тайная.
Не, ну, Паш, если, Таня, конечно, есть какие-то предложения прям такие нормальные, то я смотри, ты классный, я думаю, что Тайна хорошая идея. А, ну оригинально, да, как бы, давай что-нибудь другое. Макс уже сказал Тайна, давай что-нибудь другое. Не-не-не-не-не. Это из-за Макса, кстати. Я вот не хотел. Это из-за Паши. Откроем. Стоп, так, кто предлагает, кто? Я. Знаешь, типа... Аукцион! Тайна 200. Тайна 200, раз! Тайна 200. Тайна 200, два! Тайна 200, один. Подожди, кейс Алекса Фокса есть? Нет? Ну ладно. Team Spirit, брат. Тайна 300. Послушай меня. Так, стоп, подожди. Сколько? Я не понял. 300 раз открыть тайну? Ну блин. Team Spirit один раз. Давай, Хайпер предлагает Team Spirit. И, кстати, даже не удивлен, потому что кейс зеленого цвета, как бы, да, и... Да Хайпер не шарит, из-за Хайпера говно выпадать. Случайная ака, давай следующий. Ой, нет, давай, давай, нет, не, вроде нормально, кстати, подожди. Нет, говно. Давай следующий. Еще раз. Так, стоп, Саня, АК-47. Стой, Олег, Олег, Олег. All in АВП. Мне оттуда, знаешь, что выпадало из All in АВП? Знаешь, что мне выпадало? Удар. Удар молнии. Давай, давай, Саня. Олег, 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 Олег. 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 Прёшь, ты, блин! Олег, 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 да, да. Из All In АВП мне выпадал удар молнии за 11 тысяч рублей. Давай All In АВП. Да. Так, подожди, да, статрековский был. Потерял из виду это, где оно? Ясно, минус, брат, вообще. Стоп, подожди. Что, убрали, что? Подожди! Стоп! Стопы! Чё? В смысле, где? All In АВП убрали. Чего? Видимо, там накупались. Так что надо Team Spirit. All In убрали. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Team Spirit. Понятно. Я думал, мы сейчас давай Team Spirit. Выходи за меня. Ну что, сегодня всю серию один и тот же кейс? Давайте кейс Гуччи откроем. А, нет. Я все время по привычке хочу нажать типа их 2 и 3. Сейчас годнота выпадет из Гуччи, потому что Олег любит Гуччи. Скриньте. Ой, давай. Гуччи, 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 Гуччи. Да! А, нормас. Хорошо, 2-3. А теперь Team Spirit. Фреш реально так. Ну нет, давай не Team Spirit, пожалуйста. Ты чего мне не брал? Ну пожалуйста, мы открывали его реально сегодня. Давай еще раз Гуччи откроем. Да, ребят, Гуччи крутой. Сейчас говно можно выпустить второй раз. Ну так, смотри, все, нам на Team Spirit не хватает. Хотя если сейчас что-нибудь... О, сейчас Олег сделает чайку. Олег, сделай чайку. Не, я не могу, чайка вылетает только тогда, когда реально смешно, пацаны. Извините, но пока, да. Так, давайте, у нас 800 рублей есть. Так, Ателье еще не видел, не слышал заказов. И от Паши. Я сейчас говорил Гуччи. Да, Гуччи открыли, окей, хорошо, Паша. Открой свой кейс. Нету кейса, нету кейса. Паш, давай теперь ты. Я бы очень-очень хотел, чтобы ты открыл классифицированный. Потому что это как плей. Это не верь, чем кейс. Запрещенно. Да чего ты, блядь, непонятно попросил, а как классифицированный? Да блин, пацаны, это классифицированный, это вот это классифицированный. Давайте откроем. Классный кейс, на самом деле. Название реально крутое. Самое главное, что каждый может выговорить это. Потому что и реально классный кейс. Да! Хорошо, ты как сюрприз, а? Так, еще есть 500 рублей. Еще есть 500 рублей. Вот, знаток английского языка наконец-таки это выиграл и сказал правильно. Так, остается 500 рублей. Что откроем? Что откроем? Хайпер назовет. Хайпер, каждый раз вот хайпер. Давайте откроем ОП. Давайте откроем ОП. Так, хайпер, сейчас в угол поставим. На горох. На горох, реально. На бутылку. Ой, ну пожалуйста. Да! Отлично! Нормас. 480 рублей. Да, ушли. Пацаны, кстати, пацаны. Подождите, а мне не показалось, там следующий минус зашла, да? Откроем вот это. И я думаю, можно просто сразу сделать вот так вот. Смотрите, что нам выпало. На все бабки, давай на все, на всю контракт. Подожди, смотрите, выпало оттуда. Ребята, понимаете, что нам сегодня дропа выпало на просто... Давай на все контракт, контракт на все, на все, давай, давай. На две! Ой, на 9000 рублей! Нет, я предлагаю сделать два контракта, пацаны. Я предлагаю сделать два контракта. А, нам все равно. Давайте тогда смотрите. Закидывай, all in. Это нет, сделаем, короче, вот. А, тебе выпадет в любом пушка. Ты слышишь, ты можешь все три завязать, и выпадет в любом пушку. У тебя еще. А, ну да, так-то да, 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 да. Итак, сумма контракта, я просто мне сейчас на секундочку показала, что это 45 тысяч. Да, 45 тысяч, да. Да, это вот точка, вот эта постоянно, я не замечаю ее вообще никогда. Она маленькая. Итак, ребята, сумма контракта. Подожди, 4. 3500 рублей, нам может выпасть пушка за 18 тысяч рублей. Ну что, хлопцы, погнали. Так, давайте как-нибудь подпишемся, да?
Сейчас у кого дисторшн был такой дикий, а? Что же мы скрафтили? Что же мы скрафтили? Пожалуйста, давай. Мы скрафтим топ-пушку. Так, а мы ушли в плюс или нет? По-моему, мы вообще, ну, типа, на 10 рублей ты в минус ушел. Ну, типа, чисто так же, короче, 10 рублей в минус ушел. Давай контакт, попробуйте еще. Я предлагаю открыть вот так вот. Ясно. Да, и только у меня звук почему-то... Так, во, вот теперь делаем вот так вот. Вот так вот и вот так вот. Итак, сейчас... А нож закинуть? Подожди, а нож? Нет. Ясно. Итак, ребята, второй контракт и... Минус, что, брат. Чтобы написать... Гейбу. Напишу имя своего любимого лайфстайлера. Фрэш? Блин, я думал, ты меня... Минус, брат. А лучше у вас слышишь? Это моя шутка, моя шутка. Ну да, 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 я забай. Вот так вот, это чётенько. Вот это чётенько, ребята, сегодня мы уходим с двумя ножами. Нет, да, я заберу. Я заберу два ножа. Хотя, знаете, что мы сейчас, скорее всего, сделаем? Мы сейчас, наверное, просто продадим нож, вот этот. Я все время вот сюда. На ценник нажимать надо. Да, да, я все время забываю, как это сделать. Итак, мы откроем просто... Тим Спирит на все бабки 4 раза, давай. Так, раз, два, три. А я могу просто так делать? Пробовать еще раз, пробовать, просто даже не смотрю, что нам выпадает, по-моему, все очень плохо. Итак, что нам... Все очень-очень плохо, ребята, зря, походу, продавал. Не, давай откроем еще кейс Гуччи, открываем так же быстро. О, вот это четенько. Кстати, реально кейс Гуччи, очень хороший кейс. Так, делаем вот так вот, да, реально все дорогое, так же, как и в Гуччи. И, не, Фрэш, ну, нет, это я хочу ножик забрать себе, я люблю охотничий нож, и... Опа! Вот, второй нож! Еще второй! Нормально! Нормально! Три ножа. Да, ну, можем так-то продать. Не, все, ребят, забираем. Да, можем продать, им спирит открыть. Да, и сегодня мы уходим как раз-таки с двумя ножами. Это, конечно, круто и четко. Не, с двумя, мы один продали. Вот, и поэтому, ребята, я надеюсь, вам понравилось. С тремя ножами. Я понял. Вот, друзья, надеюсь, вам понравилась эта серия. Поставили лайки, подписались на наш канал. На самом деле, сегодня, как всегда, кофе. Ну, в общем, все, да. И всем до скорой встречи, и всем пока. Пока-пока, ребята. Кукурузики, F9, лучший лосплей, лучший лайфстайлер, лучшая конференция банды. Ебой всем отбой. Я надеюсь, она нассала на эту маску. Это как фильтр.